Здравствуйте, с вами Джилайн Дискавери, и сегодня мы разбираем хореографию группы BTS на песню Airplane Part 2. Мы с вами берем весь припев, и у нас идет вступление на 5, 6, 7, 8. Первые 4 счета мы пропускаем, и мы берем партию ученика на центральную. Мы с вами выходим, и на 5, 6 у нас идет затяжка, то есть мы распрыгиваемся вперед. У нас раскинутые руки. И мы делаем небольшую затяжку от плечей. Вместе с этим у нас работают бедра. Дальше мы поднимаем руки наверх, поджимаем кулаки, бьем один раз вниз с локтями, и нам помогает пах. Па-па-па, бьем навстречу. Дальше собираемся, руки идут через круг к себе. У парней, опять же, они в мягких кулаках, у самого ученика пальцы подготовлены к следующему движению, можете делать так и так. То есть мы закончили на 5, 6, 7, 8. Ноги были вместе. Дальше на 1, 2, 3, 4. Мы с вами будем бежать, вернее, имитировать вверх. Мы с вами наклоняем корпус вперед немного, то есть парни чуть-чуть абсолютно присаживаются. И мы делаем 1, 2, 3, 4. Опять же, парни по-разному. Кто-то бежит просто прямо, у кого-то пятки выходят в сторону. Вместе с этим работают руки. Мы с вами через низ будем их поднимать, два счета. Дальше через круг поворачиваем направо, а потом налево. Пальцы будут указывать в сторону, и вместе с этим будет работать голова и смотреть в ту же сторону. Мы с вами делаем 1, 2, 3, 4, 5. На пятый счет, когда у нас руки смотрят влево, мы с вами выбрасываем правую ногу в диагональ. Делаем 1, 2, 3. То есть 3 кика и припрыгиваем на левую ногу вместе с этим. Руки будут менять направление снова. С левой стороны, потом наверх. То есть правую сторону наверх, левую сторону. А потом снова вправо. То есть по кругу возвращаемся на место. Мы делаем па-па-па. А потом собираемся вместе опять уже через прыжок. Руки опускаются вниз. Соединимся вместе. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Отлично. Следующее движение мы с вами опять же бежим. То есть у нас корпус снова наверху будет уже, а не как мы были внизу. И мы с вами делаем да-да-да. То есть 1 и 2 мы с вами бежим. Мы делаем па-па-па. Также работают руки, как вы обычно бежите. Та-да-да. Нога застывает центр, и мы отсюда будем выбрасывать ее в диагональ, как мы делали до этого. Только не через скид, а просто так скинуть. Вместе с этим, как вы видели, работают руки. То есть сначала они у нас двигались вместе с ногами, затем через низ, а не через правую руку из головы, и точно через такой же круг возвращаемся на место. Та-да. Отлично, еще раз. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Мы с вами делаем больше. Мы делаем шаг с правой ноги, выставляем влево и разворачиваемся в диагональ. Затем делаем точно такой же шаг и разворачиваемся вправо, только уже обеими ногами. И снова. То есть 1, 2, 3. И мы делаем 5, 6, 7. Вместе с этим работают руки. Сначала раскрываются в стороны, ладони раскрыты тоже. Затем собираются через крест и снова раскрываются. Мы с вами присаживаемся на мягкие колени. 5, 6, 7, 8. На 8 мы через прыжок собираемся. Руки у нас уходят на бока. И мы с вами делаем уже не на счет, а на слова на Эль Мариачи. Мы делаем ба-ба. У парней идет кружок, либо одним плечом, либо кто-то делает волной, то есть та-да. Главное это сделать второй, то есть та мы сделали, и второй у нас идет как удар. Вы будете бить навстречу голове, то есть та. И вместе с этим у вас будет выбрасываться нога, то есть Эль Мариачи, та. Вы выбросили ногу и тут же поставили ее на ширину плеч. После этого у вас идут движения вот такие. Мы раскинули руки, как у вас уже было. И вы бьете вовнутрь коленями, поднимаетесь на правую ногу, бьете колено. Бьете внутрь, поднимаетесь,
берете в ноги, поднимаетесь. И так три раза. То есть закончится да, 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 да. На второй раз, когда вы берете, у вас рука поднимается в голове, и голова снова бьет навстречу руке. То есть у вас голова тут, раз, и вы делаете так, да, 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 да. Когда вы закончили, у вас есть два маленьких шажка, чтобы встать в расстановку. То есть вы делаете так, да, да. Допустим, как чинить тоже, мы с вами собираемся внизу две, и руки идут одна примерно на подбородку, другая на бедро. Мы сидим так пару щелок, будет щелк, где стоит чунгук, делать свое движение, мы его пропускаем. И дальше у нас идет раскрышка. У парней перекол в этой части, поэтому она очень странно смотрится на всех. Мы с вами делаем альтернативный вариант. У нас идет та-да, прыжок на месте, два прыжка. Первым собираемся, второй просто. Дальше распрыгиваемся лицом к зрителю. У нас ноги достаточно широко, ставьте максимально широко за плечи. То есть та-да-да. Дальше еще одну перепрыжку мы собираем ноги вместе. Теперь просто чуть-чуть раскинули. И потом идет перемена ног на 4 счета. Раз, два, три, четыре. Вместе с этим будут работать руки. То есть первые да-да-да вы пропускаете. И здесь подсоединяются руки, когда мы собираемся, они выходят вместе ладонями наверх, ну, на уровень угла. Дальше просто спускаются вниз. То есть там нет четко, там есть просто видно, как они опустились. И дальше у нас идет вспышка. Мы делаем раз, два, три, четыре. Три в сторону меняемся, и четвертый снова на зрителя. Как вы видели, работают руки. То есть мы были здесь, и рука будет выходить правая, через левая, снова правая, затем опустили. Мы закончили там и делаем раз, два, три, четыре. Отлично. Опять же, ориентируйтесь на слова и на музыку, потому что там все очень легко, было не сложно. 5, 6, 7, 8. Мы с вами тут же шагаем, немного замахом у нас идет руки, то есть они будут плыть в сторону правую-левую, и направляться вверх диагонали. Мы с вами шагаем сначала в левую сторону, так, потом вправо, влево, снова вправо. Все очень просто. После этого нам нужно с вами распрыгнуться. Как мы это делаем? Мы с вами поднимаем правую ногу на себя и уже спрыгиваем. Руки через верх, они через круг идут вниз и приходят в такое положение. Левое на зрителя, правое на левое руке. Мы закручиваем 5, 6, 7, 8 и делаем раз, два. Отлично. На 3-4 мы с вами заворачиваем левую и правую ногу вовнутрь. Пятка, пятка. Отлично. И дальше на следующий счет на пятый мы с вами собираемся в диагональ, руки у груди. 5, 6, 7, 8. Парни также переход с помощью шагов. Мы примерно делаем их на месте. Что нам нужно сделать? Нужно пам, пам, пам. То есть вы ставите ногу, подставляете к ней левую. Ставите, подставляете, ставите, подставляете. И совершенно чуть-чуть сдвигаетесь. У нас было 5. И на 6, 7, 8 точно так же у нас будут работать руки. Наверх. На 45. На 90. Прямые. Некоторые парни смотрят на руки, некоторые нет, то есть направление. Да, 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 да. И на последний из разов, который возьмем, мы скидываем их, и у нас будем собираться через дом. Сейчас. 5, 6, 7, 8, раз, два. Что мы делаем на раз, два? Мы спрыгиваем на длинные лыжи, просто у мягкие колени, мы небольшую волну пропускаем через тело, а руки тем временем, бам, они сбросились, и через диагональ будет подниматься около бедра. Доходит до уровня живота, и потом мы их скидываем. На этот же счет мы скидываем ногу, то есть ба-ба, как у нас уже было. Ба-ба, и волной руки уходят в сторону. Мы с вами стоим вот так. И дальше, немножко разворачиваясь, снова подкидываем левую рукой правую. То есть пам-волна, пам. И то же самое в другую сторону. Сначала руки та-да, та-да. Отлично. И вместе с этим работают ноги. Та, да, та, да. Супер. Дальше мы с вами разворачиваемся в другую диагональ. И под биты бьем 4 раза. Раз, два, три, четыре. У кого-то движение очень четко видно, у кого-то абсолютно
голова не работает, ноги тоже. И завершаемся с тем, что у Бернейда по-разному опять же смотрится, каждый делает по-своему. Кто-то просто задвигает ногу, ставит ее вправой. Мы снова смотрим диагональ, мы все это заканчиваем. Сам джунгу делает чуть посложнее. Допустим, мы с вами сделали да, да, да. Затем мы раскрываем ноги, зрителя, и собираем их около себя. Если так сложно, то попробуйте просто задвинуть ногу. Отлично. Затем мы с вами на последний счет делаем пол, небольшую волну, руки за себя убрали, подождали и хлоп. То есть мы с вами делаем припадание на левую ногу, шаги с переходом и несколько хлопков. На этом, собственно, все и завершается. Попробуем соединить все вместе, что с моими ручками. Итак, раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь. Раз и два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь. Эльмаляйся. Да, 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 да. Сели. И та-ба-ба. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь. Раз, два, три, четыре, так, да, так, да. Бить, 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 бить и туда. Дальше идут ноги. И волна. Отлично. Все под скоростью 80%. We'll be right back.